У меня средний ПК 2015 года выпуска, с процессором Intel Core i3 на 2 ГГц, видеокарта GeForce 920M на 2 ГГ и 4 ГГ оперативы, но я люблю называть свой ПК чудом техники 21 века. Вчера я попытался скачать GTA 5 на свой супермощный ПК. Я всегда говорил себе, главное в игре это не системные требования, а год выпуска. Чем раньше год выпуска, тем больше вероятность того, что игра пойдет на мой компьютер. Но как назло, год выпуска игры и год выпуска моего компа совпадали. Я решил посмотреть на системные требования. Так, сравниваем. Процессор есть, видеокарта есть, память на 4 ГГ есть, памяти на жестком диске больше, чем достаточно. Ну потянет она у меня где-то на минималках. Стоп. Ничего, какие-то 5 герцов ничего не значит. Так, вроде я запустил, надеюсь, не будет никаких побочных эффектов. Нет. Нет.